Всем привет, меня зовут Олег, вы на канале Random Game, и мы продолжаем проходить игру Стражи Галактики. Остановились мы на спасении Груда, мы его продали, теперь надо его украсть. Сделай что-нибудь. Да, понял я. Просто Груд не двигается. Так там камера маленькая. Может, он просто в клетке? Просто вот именно. В клетке? Квилл, давай-ка уже поторопись. Так, лифт загона монстров. Так, вон Дракс может вон только кинуть, короче, может. Дракс. Дракси. Дракс, поднимешь его? Легко. Но что мне с ним делать? А я хуй его знает. Я думал, ты сам придумал. Я думал, ты сам придумаешь, что с ним делать. Ну, это люк. Мне не может быть нормального кресла на уровне земли. Может, там есть какая-нибудь панель управления? Возможно. Так, Дракс, убери этот хлам. Понял. Посмотрим, что там спрятано. О, давай полез. А еще сильнее шуметь можно было? Малыш. Конечно, но ты не просил. Давай. Так, посылаю схему тебе на визор. Разберись с проводами и скажи мне, где переключить. Ой, не, блядь, ебанутая хрень. Watch Dogs, здорово. Это Watch Dogs, блядь, ебучий, один в один. Так, что, куда? Ну так, допустим, откуда их вести-то? Здесь? Есть. Класс. Я вижу изменения. Я ничего не вижу. Ничего не меняется, алло. Тесно. Вот здесь. Есть. Чё я делаю? Чё-то меняется, блядь, или чё? По-моему, нихуя не меняется. Вот тут. Ладно, этот идет сюда. Все? А этот идет. Ты цел? Да. Ты давай не отвлекайся от соединений. А все уже? О, здесь. Ага. Че это за лужа такая? Все заземление связано в один пучок. А меня смущает. Не помри там, грызун. Мы не сумеем вытащить твой труп. У тебя большое сердце. Мое сердце стандартного размера для кататианина. Скромняга. Так, и что дальше-то? Ну, я все переключил. Че нахуй надо-то от меня? Че еще надо? А, типа вот эту, наверное, тоже? А, ну подожди. Вот здесь. Во, точно. Вот. Так и оставь. Я могу подняться к трону. Надеюсь, панель заработает. А то я тут уже все перепробовал. У нас все получится. Нам еще по-любому с этой кобылой здоровой драться, которая здесь главная. Она слишком здоровая, чтобы с ней не нужно было драться. О, готово. Мы ошиблись с лифтом. Что? Он прав. Грута спускали с той стороны. Другого лифта у нас нет, дорогуша. За дорогушу ответишь. Да. Я уверен, они ведут в одно и то же место. В твоем голосе нет уверенности. Мы почти на месте. Ну, вообще, все идет весьма гладко. Для разнообразия. Да ладно. Тебе скучно, когда все гладко. Помнишь тот рейс на Хонте? Помню, как ты нас чуть в черную дыру не закинул. Вот, я прав. Сильные эмоции остаются в памяти. Это больше хвост. Убедил, блядь. Говорю же. Не трекер, что-то там. Тише, охрана. А, тихо, стелсим. Стелсим, тихо. Вас тоже вдруг охватило дурное предчувствие. Ракета, потише. Заткнись, Квилл. Жучок Грута отрубился. Ты сказал, почти пришли. С ним все в порядке. Откуда ты знаешь? Грут! Могло быть и получше. Ты похуже. Тихо. Никого не разбудил. У грызуна мягкие лапы. У человека вообще-то тоже, если бы человек не носил ботинки. Грызун стал раздражительнее.
Он не хотел продавать Грута. Я тоже. Древо было худшим выбором. Ну, нам ведь заплатили. Теперь остается лишь выбраться отсюда в целости. Тихо. А куда? А в какую сторону идти-то, блядь? Налево или направо? Потихоньку. Не у нас реактивные ботинки. Найдите Грута. А, он съебался, его найти надо, ёпта. Грут, сука. А, нет, я перепутал его с этим, блядь, как его? Ну ты понял, с ракетой. А где ракета, кстати? Ракеты тоже нет. Возможно ли, что грызун сбежит, когда освободит древо? Невозможно. Надо поспешить. Тихо, вон он. Ты чё, сука? Ракета, подожди. Не подождал. Да, Дракс. Да все, пошли нормально. Почему тут нигде нет перил? У них архитектор Звезды Смерти работал. Мне этот объект не знаком. Нам лучше разделиться. Какой-то прыщавый, смотри. Прыщавый монстр. О, какая-то чудовищная сопля, покрытая прыщами. Бля, брат, у нас с тобой одно мышление. Никаких пауков, змей или твари с щупальцами. Не ты ли спал с тварью с щупальцами? Джиллиан нормально. Подъебало, блядь. О, хуя там комар. Че это такое? По крайней мере, за зверями ухаживаю. Вот он. Здорово, брат. Выходи. Ракета, он здесь! Нашли! Грут, не волнуйся! Я тебя мигом вытащу! Эй, эй! Не преврати его в головешку! Назад! Я пробью периметр. Не пробьешь! Эта хрень держит здесь монстров. Не пробить! Да ну! Ну все! Давай как на Арага, дружище! Три, два... Грут! Эта ведьма ободрала тебя до самой коры. Знаешь, мы бы пришли раньше, но торопыга... Хорошо, что ты с нами и... А что с ним? Он какой-то странный. Видно, Грут знает дорогу. Чиги молчаливый. Эй, погоди. А что происходит? Не молчи! Ты в порядке? Может, она как-то ими управляет, потому что ее все чудовища слушаются. Может, она что-то с ними делает? Потому что он какой-то странный. Плане. А теперь это королева чудищ. И он, в принципе, давно сам мог выйти, уже давно. Точно. Так и есть, Грут. Тебе больно? Он сейчас приведет нас прямо к ней, по-любому. Эй, Питер. Что-то не так. Я заметил. Не знаю. Грут странный. Может, она права. Она да. Сделала с тем таратар. Да. Молчи. Что эта бананолюбка с тобой сделала? Грут. Ага. О, это не Грут был. Это был этот превращается, который, ёб твою мать. Подстава. Решили да. Обмануть меня. Да, и глупцы. Не понести ответственность. Грут. Да, это этот глазастый прыщавый коротышка. Интересно, кто из вас додумался посвятить в этот абсурдный план самого Флора Колоссус? Зовете его другом, но не знаете самой его сути. Упустили тот факт, что он... Совершенно не способен лгать. А я говорил, он не сможет выдать себя за монстра. К его чести, он не сдавал вас почти что целый час. Леди Халбандер, я взываю к достоинству. Я сражусь с вами лично. Достоинство? Ха. Твой вызов, пустой звон, разрушитель.
вам не удастся избежать моего гнева. Давай выпускай уже какую-нибудь залупу. Обитатель, время пировать! Щупальца, сука. Нам пизда. Ну, он плохой лжец, да, но он больше на монстров канывает, так что он быстро в канал. Ну, раскусили его потом, что сделаешь. А за коротышку бы денег меньше дали. А вот это уже... Настоящий монстр. Будет по-настоящему мертвым. А что с ним делать-то? А, я понял! Понял! Да не сюда стреляй-то! Ты чё, дебил нахуй? Признаю, это был не лучший план! Боюсь, корпус снова выйдет опасен! Вот! Вот только надо было это сделать, блядь, когда лапой долбанет, чтобы лапу заморозить, алё! Что-то я сделал. А? А, переговоры. Точно. Вот это бой! Я так не распалялась с галактической войны! Присмотри за ней, Квилл! Она была на обеих сторонах. Мне вот не нужно вставать на чью-то сторону, чтобы драться. Мне просто нравится взрывать этих срывомордов! Так, боевой раш хорошо, но нельзя слишком распаляться. Отбросьте сомнения, мы единая команда. А ну, хорош! Отбросьте сомнения! Вы выкладываетесь тут ради кого? Меня? Что? Мы идеальная команда! Кто со мной? Мы с тобой! Нужно разобраться с его конечностями! Чё, не проканал, что ли? Ну и ладно. Да! Вперёд! Давай нахуй сюда, бей! Да как заморозить эту хуйню? Чё за бред-то? Он, сука, целится в её щупальца, нахуя? Как пиздец? Сколько? 9000 юнитов? Ой, блядь, аккуратно. Будем уничтожать эти отростки по одному. Сокруши их. Да, вперед. Да, здесь.
Убей их, малыш! Давай, 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 вставай! Тяни своими ветками! А ну-ка прекратили это зеленое тело! Что дальше, Питер? Оглушать, что дальше? Он станет без обиды! Теперь отступаем! У нас преимущество! Готов! Получай! Драк, уничтожь его! Умри! Требую переговоров! Стреляй! Давай! Отлично! Минус две клешни. Две осталось. Ты уверен, что хочешь дальше драться, сука? Опять хпшка полная, пидорас. Чё это? Чё, охуел? Пора заняться остальными! Ай, блядь, рано. Закруши их! Да эта хуйня для меня сейчас вообще просто ни о чем. Закруши. Замораживать-то их на изи они берутся просто, нихуй делать. Напусти меня на этих глупцов! Надо подожди эту хуйню оглушить, во. Лупи. И ты лупи. И ты лупи. И я тоже лупи. Простить такое неуважение. Хорош? Отлично. Ага, перебьется, блядь. Красава. Иди сюда драться. Проклинает она там стоит. Ну, за ними. Либо психует. Психует, пацан. Стой! Бегу, бегу! Показалось, что мы тебя потеряли! Пора кое-что взорвать! Давай же ты, гигантский осьминог! Нужно, чтобы он открылся! Берегись! Да! Вперед! Опа! От этого вовремя увернулся! Да давай, вставай. Так просто мы им тебя не отдадим. Ну что, надерем задницу? Так, давай, лупи. Лупи. Все лупи. Но быстро. Достойная битва, леди Холбендер. Может, нас поддержит? Отлично. Ты ранен. Не дай ему лечиться, Квилл. Все, одна голова осталась. Что они с тобой сделали? Обкарнали. Пора с ними закончить. Залей их огнем. Тяжелые, не горячие. Ясно. Кидай. Да, если хочешь поджарить. Нет, костей горячих. Давай, закруши их. Дальше, Питер! Жду подходящего момента! Нет! Зачем им внутри ножи? В этом я не уверен! Ты уверен в том, что... Да ёб твою мать! Да дальше, Квилл! Спасибо, Питер! Давай, нападай! Кажется, у меня проблема! Сейчас взорвётся! Враг оказался весьма настойчив! Сучкасы говорит, надо сломать эти металлические штуки внутри! Да! Выдохни! За этим я здесь! Нет! Костей горячих! Давай, кидай! Нет!
Но не сложно. Муторно, но не сложно. Народ, мы победили. Пора валить. Живы! Приведите зубаря! Кого? Кого? Ошиблись. И ужасно разбогатели. Никто не избежит гнева Леди Халбан. Поживем, увидим. Что за... Ёб твою мать. Отстань. Мадам, отстань. Скинь ее нахер. Да затормози резко, да и все. Дурак. Держись. Какая липучая тварь. Отстань. Подумаешь, 9000. Что это для тебя деньги, что ли? Я соберу ваши кости, стражи галактики. Да ладно тебе, Кассандра, ну успокойся. Кассандра, не пизди. Ну, теперь она точно нас обиделась. Она будет преступно нас преследовать. Я догадался. Главное, что мы смылись оттуда с кучей денег. Нас предало болтливое древо. Я есть Грут? Я не говорю по деревьему, древо. Эй, оскорбляя Грута, ты оскорбляешь меня. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, давайте остынем. Леди Хеллбендер нам отомстит, имей в виду. Пусть встанет в очередь, сперва я звякну Карел. Чем скорее заплатим штраф, тем лучше. Да, а то мы по нищете уже истосковались. Как странно. Только о деньгах думаешь, Грызун? Нет, еще я думаю о бомбах. И о бухле. Бомба из бухла. Бомба из бухла. Это правда? Ты правда мой отец? Что-то не то со связью. Штука-то крутил? Да, один черт. Ники, мама рядом? Ну да, он ее отец. С ней поговорить. Она сама. Во мне. После вашего ухода мы вошли в карантинную зону. Я спряталась на борту. Сужал диапазон? Первым делом. Проблема не в этом. Ты пропадаешь, Ники. Позови маму. Я знала, что ты налетит. Много света. Удивите, Рейкер сказал, это чудо. Кажется, с девочкой что-то случилось. Я заметил. Корпус снова. Да разберись ты. Да, ваше королевское величество. Проверь узел связи. Я могу его вернуть. Я могу всех вернуть. Нужно только...
О. Похоже, твоя подружка все-таки сдержала слово, Квилл. Это точно ее корабль? Сканирую. То же название, что прежде. Это Надежда Халы. Кораблям. Без паники. Стандартная процедура. Мой корабль вожу. Какая его часть? Спроси Квилла. Это он бьется обо все подряд. Ладно, идем заплатим. Что-то нас никто не встречает. Очень странно. Когда мы выберемся? В смысле, если выберемся. О, стой, верстак. Подожди. Не спеши. Я не стану никого убивать. Да, я не полезу в особняк какой-нибудь богатой сволочи, чтобы отравить ее ужин. Я хотела сказать, что после полета с Ламой мы могли бы взять контракт на перевозку скота. Да ни за что. Отлично. Аж спину прихватило от всего этого. Где Лама? Вряд ли мы лишились бы связи, если бы оставили Ламу тут. А хуя знает. Надо было сразу в загон посадить. Ракета успокоится, но постарайся больше ничего не съесть, ладно? Да, не жри мои провода. Пошли. Ну что, вперед! Если они поцарапали краску, заставим корпус снова уменьшить штраф. Ха, удачи с этим. Это ужасный халат. Халатность. Я так и сказал. Вообще никого нет. Что за бред? А где все? Вот именно. Большинство станций ново автоматизированы и управляются миросознанием. Это нервирует. После войны у них не было выбора. М-класс, корабль «Милана», перемещен в отсек F-73-4PL. Перед вылетом предъявите заверенный билет устойки. Расслабься, ракета. Это стандартная процедура. Ага, надейся. Это не первый мой штраф в корпусе «Нова», как и твой. Но плачу я впервые. Так, а вот здесь кто-то должен быть. Никого нет. Может, выходной? Копов не бывает выходных. Может, на них напала та хуёвина из камня? Нам нужно выплатить штраф. Мы ищем Центуриона Карел. Рой этот, как его? Рой роботов-уборщиков, или как их там он назвал? Мы не уйдём. Найдём их, если придётся. Слушай, может, попробовать как-нибудь открыть дверь с другой стороны? Мне теперь взламывать систему безопасности корпуса «Нова»? Да. Ну, если ты не потянешь... Манипулятор! Это незаконно. Манипулятор. Автомат для выдачи талонов. В таких ситуациях и проникают. Напитки. Что тебе надо? Да? Кажется, эта машина не работает. Может, закончился нужный вкус? Может, нужно дождаться своей очереди. Да, вот это взломать надо, а что он не взламывает? Странно. Что именно? Помимо всего этого? Ничего нет. Даже экрана приветствия. Они же работают? Они должны. Смысл в постоянном подключении к миросознанию. Оно нарушено. Ха. Вдруг они ушли на перерыв? Грот говорит, что стойка еще открыта. А я говорю, не наша проблема. Ты
Где же они? Золотой страж. Глава 3. Калор. Подступил к командному центру Нексуса. Глубоко вдохнул и призвал... Чё так это хуйня? Отстань. Меня бы устроило дежурный. Во! А меня бы устроило оставить записку и свалить с этой скалы. Как это... Подожди. Отлично. Здесь есть воздуховод. Точка доступа. Ты сможешь здесь пролезть? Если откроешь. Я не настолько гибкий. Дракс. Открой эту хуйню. Гамора? Хочешь кое-что провернуть? Попроси кого-то другого. От овца. Грут, поможешь? Я есть. Ошибочка вышла. А чего? Я есть Грут. Заткнись! Нам лучше уйти. Что? Грут говорит, что в комнате управления есть воздуховод. Если он есть и здесь, я смогу пробраться. А чего не так-то? А чё? А, я должен был, что ли? Собственность корпуса Нова. Ну, чуть-чуть. Так, ракета. Они нам ещё спасибо скажут. Проверь воздуховод в ту комнату. И будь осторожен. Знаешь, мне всё ещё не нравится этот план. Но возможность поковыряться в технике корпуса Нова – неплохой утешительный приз. Что-то странное в системе питания. Работает только резервно. Вот тебе схема. Ты все знаешь. Скажи, где переключить. Запитать можно лишь несколько мест одновременно. Понял. Ой, опять. Watch Dogs дырявый. Сейчас разберемся. Эй, я могу задействовать разбрызгиватель. Включить? Только если хочешь намокнуть. Да, логично. Смотри и учись. Что ты творишь, Питер? Соединения чего? Не было. Думал, это поможет. Нет, не помогло. Эй, типа, уже что-то. Вуаля. Тут подозрительно тихо. Верно. Эй, Нова! Мы хотим выплатить штраф и избавиться от вашего вмятского трекера. Эй! Кто-нибудь! Ах, да, главное, не тело, вообще ничего нету. Моё сочувствие неуместно. Эй, и я наполовину. О, кто-то стучит. Забыл. Привет. Вы не Нова. Как догадался? Ты в костюмчике. Вытащи меня отсюда. Мне здесь не место. Корпус Нова не согласится. Тебя никто не спрашивал, злюка. Мы не должны освобождать преступника. Ты сам не был их пленником? Был. И отсидел свое. Ты знаешь, что здесь происходит? Да нет, был переполох. Разговор о какой-то матери, и все ушли. Карел, ты видел Центуриона или девочку Кри? Это все, что я знаю. Я помог вам, помогите мне. Найдите заборный механизм. Ну ладно. О, эй, что вы сделали? Куда меня? Не знаю. Не знаю. Поздравляю, Квилл, ты только что казнил первого заключенного. В печь. Бля, прости, братан. Я не знаю, как эта хуйня работает. Эй, вы это слышите? Что? Это предсмертный хрип всех тех вещей, на которые мы могли бы потратить эти юниты. Я слышал много предсмертных хрипов. В печь. Может, мы отправим его в камеру или в зону для свиданий? А, вон он. Нет, приятель. Эй, куда ты? Эй, теперь ты куда? У меня есть права! Не. Это место навевает воспоминания. Так, Центурион Викар. Это... Что? Нет. Этот гражданин попался при попытке выдать себя за рядового... Корпуса вот Нового в публичном доме. Судя по его униформе, если ее вообще можно так назвать, некоторые части он либо добыл незаконным путем, либо приобрел у сомнительных дельцов атрибутикой. Остальное его создал самостоятельно. Он в борделе себя, блядь, выдавал за солдата. Пиздец.
Сейчас с ним сделают то же, что он делал в борделе, и все, и отпустят сразу. Я себя ощущаю, словно в доме с привидениями. И ты при этом не хочешь сбежать? Не работает. Но шахта не перекрыта. Можем скарабкаться. Ты хочешь пройти по этой штуке? Она выдержит нас пятерых. А, сюда, типа. Только не падай, только не падай. Ай, ай-яй-яй. Ладно, ерунда. Ого, жутко. А, это костюмы, что ли? Ёб твою мать. Это что? Броня Центуриона. Ага, не стесняйся, Квилл, прими. Настоящему воину броня не нужна. Ты в нее все равно не... Да, хочу. Правда? Можно примерить? Ха, если хочешь растечься лужей слизи, они генетически закодированы миросознанием. Ну, бля. Хочешь сказать, у миросознания есть генетический код всех центурионов Нова? Ага. И жуки пытались использовать это против них в войне. Но этот суперкомпьютер не взломал. А, неудивительно, что дверь взбесилась. Так, надеюсь, удержится. А почему тут отдельная комната? Это главный. Знаешь, говорят, они покрывают их каким-то умным ксандрианским металлом. Металл не бывает. Умнее некоторых. Защитные костюмы. По мне некоторых подъебал. Здесь все так аскетично. Должно. Опять пусто. Должно быть какое-то объяснение. Слышал того парня? Они ушли, и нам пора. Он также сказал что-то про Карел. Он говорил о матери. У всех есть матери, Квилл. У тебя нет. Ракета, поколдуй. Нет. Что? Я сказал да. Нет. Да. Придешь в себя, Квилл. Я есть Грут. Открывай, давай, не выебывайся. Он протащит нас через полстанции, если мы ему позволим. Да. Давай. Сука. Ладно. Еще одна комната. Если мы так ничего и не найдем, уходим, хорошо? Ладно. Еще одна комната. Не две, одна. Давай, давай. Идем до конца, не пизди. Надо дочурку найти, давай, успокойся. Обратно мы уже не выйдем. Я думала, у Нова больше кораблей. Слышал, у них дефицит кадров. От кого? Птички. Напели. В смысле, знающие птички. Питер Квилл. Я вот что нашел. Сектор 1. Прием. Проверка в секторе 1 завершена. Уровень принятия 75%. Как она и обещала. Верьте. Они под гипнозом. Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор 7. Слышишь, как они разговаривают? Что ж, прекрасно. С Верой. Это старый хер всех загипнотизировал. Но есть подвох? Ну, похоже, они ищут что-то или кого-то. Так вот, почему здесь пусто. Да и хвост с ним. Зови кумпологоловых сюда. Обещание будет исполнено. Следуйте в сектор 7. Не-не-не. Они под гипнозом, они придут, будут нас убивать. Ищем дальше. Либо пытаемся дать дёру с этой жутковатой станции. Дверь заперта, забыл? Заперта отпирается, Гамора, поверь мне. Ну, верным решением было. Нечего пиздеть. Интересно, куда он едет? Вниз. Можно и вниз. Эй, а как же еще одна комната? Да, его давай. Знаешь, дверь сломана. Да, уверен, назад не вернуться, пойдем. Кажется, что-то не так. Видишь, они под гипнозом. Сейчас. Над ними какие-то вон облако вокруг них. Это была казнь. Чтобы это пиздеж. Будем осторожны, пока не поймем, что происходит. И кто победил? А, мятежники. Так, пригнитесь и следуйте за мной. С ними что-то не так. Вон. Они светятся. Можно предположить, что они плохие.
Так, давай мы на этом закончим. Подписывайтесь на канал, на паблик, ссылки в описании. Комментируйте, ставьте лайки. И увидимся в следующей серии. Всем спасибо, всем пока.